На территории города насчитываются сотни сельхозугодий, которые находятся в удручающем состоянии. Это чайные плантации, фундучные и другие сады. По оценке комиссии, которая уже на протяжении 3 месяцев проводит осмотр участков, определяет его кадастр и площадь, на этих землях сельскохозяйственные работы не проводились на протяжении многих лет. Такое нецелевое владение землей недопустимо. В связи с этим участки будут переданы тем собственникам, которые хотят выращивать чай, орехи, овощи и фрукты. Личное подсобное хозяйство – это индивидуальные предприниматели обращаются и просят выделить им эти плантации заброшенные, они будут их восстанавливать и они их будут использовать по целевому назначению. Специальная комиссия проводит мониторинг земель, находящихся в муниципальной, краевой и федеральной собственности. Завершить эту работу специалисты планируют до конца года.